Лужа у нас была вон там, уходит. Помнишь, в середине? Да, между четвертым и пятым подъездом. Ну, вот. Сейчас нет. Сейчас нет. Одной бедой может и меньше, однако жалобы от жителей двора продолжают поступать. Территорию около 47-го дома на улице Звездной обустроили в прошлом году, но проблемы остались. Недовольны жители установкой бордюрного камня и нехваткой парковочных мест. Автомобили, как и прежде, ставят прямо на газон. За помощью обратились к народному контролю. Наша задача уже по проведенным ремонтам, которые прошли в 2016 году, провести оценку качества, так как эти все работы находятся на гарантии. Выявить те недочеты, которые были сделаны, и чтобы бюджетные средства не тратились, провести эту работу уже с подрядчиком в рамках гарантийного ремонта. Представители общественной организации на встречу пригласили и подрядчика. С исполнителем обсудили все недочеты. Исполнитель сказал, что в рамках гарантийных обязательств обязался устранить битумные мастики и трещины, обязался восстановить бордюрный камень в местах его отсутствия, а также обязался предоставить полностью проектную документацию. Сегодня мы увидели только исполнительную схему. Следующую, уже итоговую проверку назначили на середину мая. Тем временем намерены инспектировать другие дворы Фрунзенского района. Юлия Михайловичева, Сергей Мазилов. День в событиях.